Салют, друзья! Диана играет в домике с котенком. Да, у колесенький. Хорошенький? Да, у колесенький. Я очень его люблю. Ты очень его любишь? Да. Ой, такой. Ой, он побежал играть на горку. Котик. Смотри, куда-то он бежит. К мячику? Они такие игривые, всегда хотят гулять. Да. Диана их очень любит, на самом деле. Диана, ты знаешь, что мы с папой приготовили для тебя сегодня большой сюрприз? Какой? Какой? Тебе интересно? Да. Побежим смотреть? Да. Побежали. Да, бежать. Куда бежать? Да. Беги туда, где стоят машинки. Ладно, бежит. Смотреть, что там за сюрприз. Машинки здесь? Да. Вот сколько у нас машин. Много Диана насчитала. Диана, а какая из этих машинок самая новая? Ромина и? И Диана. И Дианы новая машинка. Диана на ней еще ни разу не каталась. Это машинка Минни Маус. Да, там есть котик. Котик там есть? Да, котик. А ну покажи. Точно есть котик. На зеркалах. Вот такая прикольная машинка. Ой, а вот Мау. А это Дейзи, да? Да. А здесь нарисована Минни Маус. Вот здесь есть мамочка. Педаль? Да. Здесь можно ехать. Садись в эту машинку. Да. Попробуем, какая тебе машинка больше понравится. Это или твоя Порше? Вот это. Вот это больше нравится? А почему? Потому что мне нравится. Красивая, правда? Ты хочешь ехать вперед? Смотри, там у тебя есть переключатель. Вперед его. Вот. Теперь ты будешь ехать вперед. Нажимай. Ух ты! А какая она шумная, да? А ну-ка, давай посмотрим на твою новую машину. У нее сиреневые красивые колеса. А какой сзади бантик? Ты только посмотри. Такой миленький. Бантик Минни Маус. А номерной знак у нее Disney Mini. Да. Мини. Здесь наклеечка Минни Маус. Вот такая суперская машина. Еще одна у Дианы есть. Это зеркала заднего вида. Здесь у тебя котик нарисован. Ну что, хочешь покататься? Да. Надо открыть. Ты хочешь открыть ворота и покататься? Да. На ключи. Можешь сама нажать. Готова ехать? Да. Ну, поехали. Диан, классная? Да. Какая у тебя крутая машинка Минни Маус? Да, вот летает. А пока
Покажи, как она едет назад. Здесь переключать легче, чем в той машинке, да? Здесь просто щелк-щелк. Мама, можно разобрать? Да. Ты немножко неправильно запарковалась. Нужно задом. Попробуем? Нажимай. Вперед. Поворачивай руль сюда. Еще чуть-чуть. Ну, давай еще чуть-чуть. Понравилось? Вот такая красивенная машинка. Мама, мне очень не нравится. Яночка, пока мы с тобой катались, в наших машинках появились сюрпризы. Папа тебе здесь, пока нас не было, разложил их. Будем открывать? Да. Первый будем открывать сюрприз. В какой машинке? Порше. В машинке Порше. Что там есть? А-а-а, яйцо! Покажи, какое? Там сисечки. Да. Это яйцо с сюрпризом Минни Маус. Да, там сисечки. Конфетки есть? Да. Сейчас посмотрим. Да. Давай. Есть там сисечки. Есть там конфетки? Да. Это что такое тебе попалось? Ух ты, смотри, какая штучка. Видишь, какой? Да. Знаешь, куда это одевать? Вот да. На ручку или на карандашик. Пинь. Так интересно писать. Что там еще у тебя? Конфетки. Конфетки твои любимые. Это... Насыпать тебе туда? Да. Мы там сбели, йоты. Мама, ты конек еще? Хорошо. О, там еще цветка. И вот такие вкусные конфетки. Да. Какие цвета? Зеленый. И цветка. И зеленый. Зеленый еще? Да. Еще были вот такие наклейки. Да. Минни Маус нарисованы, да? Пойдем следующий сюрприз открывать? Да. Переходим в другую машину. Что там? Еще есть сюрприз? Да. Сюрпризы интереснее открывать в машине, да, Диан? Да. Хочешь пристегнуться опять? Да. Открываем второй сюрприз. Ой. Что там, разлетелось все в машине? Да. Конфеты упали. Ой, там опять конфеты были. Опять конфетки были? Ты смотри, как тебе везет. Ой, опять мне попало. Точно такой же? Да. Представляешь? А где второй? Вот все у нас два. Теперь у нас два. Попался точно такой же ветрячок. Ты представляешь, здесь другой рисунок. Они не одинаковые. Точно. Наклейки тоже точно такие же. Да. У нас я. Да, теперь у нас две штучки. Ну что, пойдем еще искать сюрпризы?
Какую следующую машину смотрим? Тачки Молния Маквин? Давай, садись. Что такое, Диан? Есть сюрприз там? Да, вот. Она была, вот тут она была. Вот там далеко лежал? Да, а я возле. Ты его нашла. А здесь что найти? Нашу добычу положим здесь. И открываем новое яйцо. Там опять будет как? Думаешь, нам попадется такое же? Да. Надеюсь, нет. Наклеечки, наверное, всюду одинаковые. Мечи. Ух ты, тебе попался брелочек? Да. Это вот такой вот миленький брелочек Минни Маус попался. Да, это вот там мечи. Вот такие сюрпризы нам попались. Мы все сюрпризы нашли или еще в каких-то машинках не смотрели? Нет. А ну-ка. И что, ты хочешь туда перепрыгнуть? Да. Можно сюда. Там опять яйцо. Опять там яйцо? Это какая-то другая коробочка. Видишь, в машинке Минни Маус другой сюрприз. Вот такой сюрприз был в этой машинке. Игрушка Минни Маус, там еще какая-то штучка и яйцо. Интересно. Ну что, посмотрим? Да. Сейчас распечатаем. Красота. Да. Вот такая красивая фигурка Минни Маус. Ой. Так, за шнурочек вниз, и она будет закручиваться обратно. Это называется йо-йо. Йо-йо. Смотри. Видишь? А теперь его нужно назад накрутить, и оно опять будет летать. Вот такие две классные игрушечки. Диана достала еще одно яйцо. Да. Опять яйцо. Ой, вообще как у нас. Такая же штучка на ручку, только другой рисуночек, да? Что-то у тебя не получается дуть, Диан. Мам, наклейки. Наклейки точно такие же. Ой. Бумажка. И сетки. И конфетки. Надо насыпать туда. Надо насыпать туда? Да. Иди, мама. Пожалуйста. Вот какие мы с Дианой нашли сюрпризы. Все нашли? У меня обычненько нравится. Какая? Вот это. Джип? Да. А вот. Есть? Ромчик уже катался на ней? Да. А ты хочешь на ней покататься? Хочу. Давай в следующем видео покатаемся, да? Да. И открываем последний сюрприз в джипе. О, я так не умею ехать. Не умеешь на такой ехать? Да, я еще маленькая. Ты еще маленькая, но ты научишься? Когда все мягкие. Ой, опять идея. Наклейки точно такие же. Ой, сетки. Конфетки точно такие же. Ой. И что еще? О, это что такое? Это? Это юла. Это надо вот так. Как? Хочешь, я тебе покажу, как это надо играть? Да. Видишь? Да. Прикольно? Да. Диана, смотри, сколько мы с тобой сегодня сюрпризов открыли. Кстати, ни один нам не повторился. Так, приятно. Ну что, Диан, нравится вам ваш автопарк? Да.
как-то сделаем видео, что вы с Ромчиком покатаетесь на всех машинках одновременно. Всем пока! Пока, Диан! Смотри, как классно они там сидят. Все жители нашего городка. Закрывай двери. Куда-то растерялись. И мы сейчас с тобой поедем в Иска. Все уже купаются? Вот это да, реально. Еще не все. Вези в бассейн все. Мы там их освободим, а потом расставим по их домикам. Смотри, Диана. Ой, все купаются на снеге. Вы своим весом бассейн подвинули. Сейчас воздушный шар подлетит и заберем вас. Так, аккуратненько. А 4 человека сели на воздушный шар. Такая миленькая. Она модная?